Все было точно так же, как у нас, но всюду сияло каким-то великим, святым торжеством. Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве только в детях наших, в самые первые годы их возраста. Я тогда же, при первом взгляде на их лица, понял все. Все? Это была земля, не оскверненная грехопадением. На ней жили люди, не согрешившие. Я видел их сам, их познал. Я любил их, и я страдал за них потом. Сон, батенька мой. Бред. Галлюцинация. Но как устроить рай? Я не знаю, потому что не умею передать словами. Между тем, так это просто. В один бы день, в один час все сразу устроилось. Главное – любить других, как себя. Вот главное. Больше ровно ничего не надо. Истину я узнал в прошлом ноябре. И именно 3 ноября из того времени я каждое мгновение мое помню. Я положил в эту ночь убить себя. И уж, конечно, бы застрелился, если б не та девочка. Барин! Там! Мамочка! Барин! Барин! Да ведь мне теперь все равно. Ведь через час или два все угаснет. И тогда какое мне дело до этой девочки и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль. В нуль абсолютный. Пошел! Пошел! А ведь жизнь и мир теперь от меня зависят. Застрелюсь, и мира не будет, по крайней мере, для меня. Я еще подумал тогда, что если б я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь бесчестный поступок, было бы мне отсюда все равно или нет? Вот тут-то я и заснул. Заснул незаметно и как бы продолжая рассуждать о тех же материях.
быть, есть и за гробом жизнь. Неужели она такая же земля, как наша? Как же может быть подобное повторение? И для чего? Это была какая-то влюбленность друг в друга. Всецелая, всеобщая. У них была любовь, рождались дети. Но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле. Всех и каждого. И служит почти единственным источником грехов человечества. Но неужели мне все равно, сон это или нет, если этот сон возвестил мне истину? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды? Я видел их сам. Их познал и убедился. Я любил их. Я страдал за них потом.
дразнят меня теперь тем, что это был только сон. Но не все ли равно, сон это или нет, если он возвестил мне истину? Я видел истину. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. А ведь над этой верой-то моей смеются. А может, это был вовсе не сон. Я до сих пор скрывал. Но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... Свой багаж просим не оставлять. Развратил их всех. Thank you.
Галлюцинацию. Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Ну и пусть сон. Но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством. А сон мой, он возвестил мне новую, великую, обновленную жизнь.